Здравствуйте. Российский паспорт будет изменен, сообщает российская газета. В документе вводится дополнительная страница для отметок о получении новых загранпаспортов. Автор инициативы – Федеральная миграционная служба. Отныне отметку о получении паспорта заграничного образца можно будет проставлять на двух страницах документа – 18 и 19. До этого миграционная служба ставила такие отметки только на 19 странице. Она специально для этого предназначена законом. На 18 странице ставили отметки о группе крови и резус-факторе своего владельца. Теперь, по заявлению чиновников, россияне смогут использовать бланки паспорта более длительное время. Россиянам будут отключать газ за двухмесячный долг. Об этом говорит в новом документе правительства, текст которого опубликован на сайте Кабинета министров. Постановлением сокращается время, в течение которого вас могут отключить от газа до 2 месяцев. Ранее поставщик мог отключить газ, если абонент не оплачивал квитанции в течение 3 месяцев. Также сократилось и время, за которое вас обязаны предупредить об отключении. Теперь оно составляет 20 суток. Все эти меры разработаны для того, чтобы сократить колоссальные долги населения за газ. Малый бизнес Пермского края может получить кредиты на развитие. Пермский центр развития предпринимательства привлек для этих целей из внебюджетных источников 5 миллионов рублей. Эти средства предназначены для выдачи микрозаймов бизнесменам малого и среднего звена. Но для нас важно, что человек или организация, обратившаяся к нам за микрозаймом, является субъектом малого и среднего бизнеса. Смотрим на ее финансовые показатели, результаты деятельности организации. Если есть в достаточном количестве обеспечения нашего микрозайма, то компания получает денежные средства на развитие своего бизнеса. Микрозайм дает возможность получить финансовую поддержку на любые цели развития бизнеса. Причем кредит можно получить довольно быстро, за 3 дня. Сумма займа до 500 тысяч рублей под процентную ставку 19% годовых без ограничений по возрасту. Сегодня Центр развития предпринимательства предлагает микрозаймы и по другим ставкам от 6 до 8% годовых. Эти займы финансируются из бюджета края, но чтобы получить такой кредит, потребуется гораздо больше времени. На этом у меня все. Удачи в делах. We'll be right back.